понимать, идея принадлежит одному депутату, но частному Единой России, будь ему серьезно, как он может все политические претензии к толпасе или к чему какие-то... Не работает тач. iPhone 5s. Побывал в воде. Видно по красным датчикам. Рабочий дисплей также не работает. Видать, человеку важны какие-то данные на телефоне. У нас на ремонт 40 евро. Я ему оценил. Делал его в сервисе. Он, смотрите, абсолютно отсутствует. Отсутствует защитный экран. Микросхема, которая отвечает за тач греля. Может быть, и меняли. Давайте попробуем мы теперь заменить ее. Закроем процессор, то есть флешку, NAND-флеш. Ну, судя по всему, причиной была вода. Не знаю, снимали эту микросхему, не снимали. Здесь ничего не видно. Снять ее придется нам. Почти я вот это самое себя понял. Должен восполнить.
Итак, перемещаемся под микроскоп. Не позволяет моя камера больше увеличить. Проверяем пятаки, которые возможно могут оторваться. Они обычно находятся по периметру. Следы воды здесь не видно. Возможно, выходом из строя. Тач микросхемы явилась не вода. Тут уже не поймешь, что явилось, потому что телефон уже побывал на ремонте. Что с ним было изначально, что грели, что ремонтировали, неизвестно. Вроде все целое, ничего не шатается.
Гидросхема нормальная, тоже не вижу воды на ней. Сорок нечистая. Давайте просто ее треболим заново и поставим на место, посмотрим. Возможно, просто был отрыв, либо ребята, которые ремонтировали, дернули ее.
Смотрю, как она там стояла. Так. Не будем сильно нагревать, перегревать, потому что рядом находится процессор на другой стороне. Давайте подкинем, сразу проверим. Если причина оказалась в самой микросхеме, значит все просто. Собираем, закрываем. Куда практически холодная. Thank you.
ничего не изменилось. Работаем дальше. Так, друзья, замены. Замена микросхемы U15 ни к чему не привела. Менять будем вторую микросхемку Touch IC BSN. По-моему, 56 или 76, уже не помню. Помещаемся в микроскоп. 59 76. Нужно было снимать сразу две, по идее, но зачастую выходит из строя та микросхема, которую мы меняли первой. Поэтому я ее сразу не снял. Так же, как и на iPhone 6 Plus. Всегда меняю вот эту микросхему, потому что практически она постоянно выходит из строя. Но здесь телефон был мокрый. Причина может быть не в ударе, а скорее всего попадание влаги. 265 градусов у меня. Температура воздуха. Тоже не вижу здесь ничего такого. Следы коррозии. Чистая микросхема. Чистая маска. Короче. Интересно, это что я залепил? Землю? Или землю с плюсом? Thank you.
перекатываем микросхему. Так, рассмотрим поближе пятаки. Ничего не шатается пока. Какой-то белый налет, возможно, что здесь побывала влага. Но не факт, не пойму, что это за ерунда тут. Такие в норме, считаю. Посмотрим, что я тут залепил. Да, надо разлеплять. Так, друзья, катаем микросхему. Туда мажу. Thank you.
ставим.
Включаем телефон. Полно доноров уже поднакопилось за столько лет. Пятых очень много. Шестых. Шестески. Седьмых уже штук 7-8. Восьмые уже есть. Десятых пока нету. Так, в принципе, остальное все есть. Что-то непонятное. Вот, вроде что-то зашевелилось. И сразу что-то заглючило. Все работает, друзья. Просто вначале, ну, такое бывает, когда телефон только включаешь, он как бы не догруживается еще, и 162 сантиметра у человека. Всем спасибо за внимание, друзья. Это был практически уже забытый iPhone 5s. Тем не менее, у нас они еще в ходу. Я думаю, в России тоже многие пользуются. На Украине. Да, везде. Все-таки аппарат неплохой. Тем более, на них сейчас есть предложение. SE, SE2 уже. Вот, ну, это был первый 5S. У нас все еще можно купить его за 100 евро. Бэушный. Согласитесь, аппарат неплохой. Всем спасибо за внимание, друзья. Я Дов. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии. Все читаю, не всегда отвечаю. Очень мало времени, поэтому извиняйте. Пишите комментарии. Всем удачи и до новых встреч.